Так получилось, что большую часть Крымского побережья от Фароса до Феодосии я исходил и даже излазил в школьные и студенческие времена. Позже последовали годы работы в архивах, общение с крымскими и московскими историками. В результате я написал свыше 10 монографий, посвященных Крыму и истории Черноморского флота. Я не мог не полюбить красоты Крыма, не мог не полюбить ласковое Черное море. Именно с Черным морем и с Крымом у меня связаны лучшие воспоминания юности. Последней моей работой, посвященной Крыму и Черному морю, стала книга «Спор о русском море». Именно на базе этой книги и был создан наш фильм. Спросите ваших бабушек, дедушек, отцов, матерей. Посмотрите старые фотоальбомы. Вы увидите, как все ваши бабушки, дедушки, даже прабабушки и прадедушки были счастливы на берегах этого гостеприимного Черного моря, на пляжах Коктебеля, Алупки, Семиза, Фароса, Ялты, Евпатории. Бывал там и я. Крым, а для меня вторая родина. Но всегда ли Черное море называли Черным? Первое дошедшее до нас название – Ашкеназ, море Севера. Его придумали еще в 9 веке до нашей эры финикийские мореходы. В 7-6 веках до нашей эры греки именовали море Понт Аксинский, то есть море негостеприимное. Но в 5 веке до нашей эры греки нашли более короткий прямой путь от Босфора к северному побережью и переименовали море в Понт Евксинский, то есть море гостеприимное. Прежде всего мы с вами должны понять, что географическое расположение Черного моря было некое связующее между Русью и знаменитой Византийской империей, которая просуществовала 1200 лет. Империя эта славилась своим богатством, своим могуществом, своей славой. Но прежде всего империя эта отличалась тем, что она была православной империей. Апостол Андрей Первозванный был в Крыму, а потом впоследствии пошел на Русь с проповедью о Христе. Равноапостольный Кирилл и Мефодий, которые являются просветителями и которые даровали нам славянскую азбуку, тоже начинали свой путь именно с Херсонеса. В 7 веке нашей эры на берегах Черного моря появились арабы. Именно арабы захватили большую часть Закавказья и вышли на Черноморское побережье нынешней Грузии. Арабы назвали море Черное русским морем, точнее Бахр Эль-Рус. В честь кого назвали? Кто такие русы? Симон Логофет, византийский историк, утверждает, что слово «рус» произошло от слова «корабль». И арабы, и византийцы называли русами команды судов, которые приходили в Черное море и иногда шли дальше из Дона и Днепра, главное Днепра. Команда кораблей русов состояли как из норманнов, варягов, так и славян. Известны документы, где византийцы называют русами не смешанные команды норманнов и славян, а чисто славянские. Попросту какие-то отдельные чисто славянские отряды приходили на службу к византийским императорам. Они зачислялись в византийскую армию, их называли русами. В общем-то, именно отсюда и пошло название русских. Хотя есть, собственно, и другие версии, но это основная, которая имеет минимум изъяна. Находясь в Византии, и норманны, и русские
я имею в виду славян, периодически принимали христианство. И число принимающих христианство становилось все больше и больше. Это еще больше сплачивало славян и норманнов. Русы, то есть славяне и норманны, сделали путь из варяг в реки гособразующим. То есть древнерусское государство образовалось именно на этом пути. Более того, нам известен более серьезный шаг. Это принятие князем Владимиром здесь православной веры. Князь Киевский был очень мудрым политиком и настоящим языческим князем. Он рассуждал, прежде всего, стратегически и понимал, что полезно будет для Отечества. Силой подчинив все удельные князей, он понимал, что языческая религия не может ответить на главный вопрос – как обеспечить стабильность и постоянство в государстве. Око за око, зуб за зуб. И, естественно, рано или поздно жди каких-либо переворотов и измен. Князь Владимир рассылает послов по всему миру для того, чтобы объединить и найти ту веру, которая будет истиной. Все понимали, Византия – это цвет, это торжество, это слава. Но как возможно стать близким к ней? Ответ последовал сам за собой, когда вдруг в это самое время в Византии происходит смута. Два братья императора, против них вызывают двое военачальников, которые восстают и делают переворот. Они обращаются за помощью князю. Князь дает войско, и мятеж был подавлен. Взамен князь просил только одного – венчаться на сестре византийских императора царицы Анны, а также принятие крещения. Но византийцы, как чувствуя свою доминанту над славянами, как всегда, они подошли к вопросу проще. Ну, мало ли что было обещано. Начали, как говорится, не исполнять своего обещанного. На это князь решил стратегически, кто у нас по связям с Византией? Корсун. Берем его штурмом. Придя сюда победоносным войском, он хотел показать свою силу. Но Господь посрамил его сразу. 9 месяцев он стоял осадой перед этими стенами. Ничего он не смог достичь. Не мог его взять. Ну, правда, подсказали, что взять город можно. Хитростью. Есть единственный источник, который снабжает город водой. Перекопай его, город будет взят. Именно таким образом город Херсонес был взят. Когда сошла на берег царица, было принято решение о вопросе венчания. Но она сказала, я не буду венчаться до тех пор, пока он не примет крещение. Сам же князь, хоть и был вполне молод, но был уже практически слепой по причине болезни глаз, которая постигла его в момент осады города. Ему посоветовали крестись. И в тот момент, когда он зашел в купель для крещения, он исцеляется от болезни. Этот момент я считаю кульминационным и очень важным. Почему? Потому что произошло духовное рождение святого князя Владимира. И исцеление, божественная благодать, коснувшаяся его сердца, дала ему тот импульс, который впоследствии привел его к тому, что он привел всю страну к православной вере. По сути дела, можно сказать, что Черное море и Херсонес, который располагается на Черном море, является купелью для всей православной Руси. Для всей Руси, потому что именно православная вера стала культурообразующей, стала основой, после которой весь мир стал видеть в нас, прежде всего, государство, видеть в нас, прежде всего, народ, народ Божий, видеть нас, братьев и сестер. Так каждое лето в течение 4 веков сотни русских судов из устья Днепра и Дона направлялись в Константинополь, а навстречу им шли византийские корабли. В 13 веке над Русью проносится смерчем орды татар-монголов. Татары отсекли Русь от Черного моря. И не только торговли, но даже, собственно, религиозное общение русских иерархов с Константинопольской патриархией проходило с большим трудом. Азов, Азек он тогда назывался, Кафа, Феодосия, Гизлев, Евпатория нынешняя, становятся крупнейшими центрами работорговли. Захватив Константинополь, Мехмед II объявил себя не только султаном, но и падишахом, то есть наследником Аллаха на земле. Турецкий султан стал не только предводителем всех турок, усилителем всех турок, но и духовным главой всех мусульман всего мира. Кстати сказать, это был не пустой титул. Любая война с русскими сопровождалась фирманом и обращением
ко всем мусульманам, в том числе мусульманам Поволжья, Средней Азии, объявить Газоват священную войну России. Последний раз такой призыв прозвучал в 1914 году. То есть турецкие султаны всегда пытались вести войну с Россией, превратить ее в религиозную борьбу мусульман против гяуров. Вспомним, что поначалу, с момента своего возникновения, Крымское ханство находилось в очень хороших дружеских отношениях с русским государством. Дело в том, что и Василий Темный, и его сын Иван Третий поддерживали гиреев в их, как сказать, национально-освободительной борьбе против Золотой Орды. И Москва, и Бахчисарай. Орд изменилось. Крымские орды начинают периодически вторгаться на территорию московского государства. Причем доходят они до Оки и дальше. Девлет-Гирей, например, сжег Москву при Иване Грозном. Турок из Крыма выбили русские штыки, а татар покорило золото Екатерины Великой. Крымские татары добровольно вошли в состав Российской империи не потому, что любили русских, а потому что получили невиданные привилегии указом Екатерины. Все, кто считал себя знатью, автоматически были приравнены к русскому дворянству. Татарское население было освобождено от рекрутской повинности, постой войск, ряда налогов, которые платили все русские губернии. Не производилось отчуждение татарской земель или ограничение религиозного характера. Непосредственным преобразованием Крыма занялся светлейший князь Григорий Потемкин. Граф Орлов сжег турецкий флот, а Екатерина выбила медаль с изображением турецкого флота и лаконичной надписью «Был». Именно на Черном море зашла звезда великого русского адмирала Федора Федоровича Ушакова. Уже в ходе турецких войн Екатерины Великой выяснилось, что с исключением державы Европы боятся усиления влияния России на Черном и Средиземном морях, а многие из них готовы пустить в ход оружие. Полтора века назад здесь шли тяжелые бои. Эскадры Англии и Франции появились в виду Севастопольской бухты. Русские адмиралы Корнилов, Истомин и Нахимов решили затопить часть своих кораблей, чтобы союзный флот не смог пройти в узкую Севастопольскую бухту. Вот здесь были затоплены около двух десятков парусных кораблей и фрегатов. Их мачты в течение нескольких лет торчали над водой Севастопольских бухт. Формальный повод для Англии и Франции был защита Турции. Хотя, собственно, Россия и не пыталась угрожать самому существованию больного человека Европы, как тогда называли Отаманскую империю. Англия и Франция, ну и примкнувшие к ней Италии, защищали Турцию от России со времен Екатерины II в течение полутора веков. И защита Турции кончилась тем, что приблизительно 6/7 территории Отаманской империи перешла под контроль Англии, Франции и Италии. Россия же за это время, собственно, не взяла ни клочка собственной турецкой территории. Этот памятник связывают не только с гибелью Черноморского флота, затопленного в 1855 году на этом месте. Он служит памятником того, что Россия лишилась на целых 30 лет права иметь флот на Черном море. В начале сентября 1854 года англо-французский флот высадил десант в районе Евпатории. А уже через 20 дней началась героическая оборона Севастополя, длившаяся 340 дней. Наши адмиралы правильно рассчитали, что в случае генеральной баталии русский парусный флот будет разбит союзным паровым флотом. В итоге моряки сошли на берег и свезли с кораблей сотни пушек. Вокруг Севастополя под руководством знаменитого фортификатора генерала Татлябина были возведены укрепления, бастионы. 5 октября 1854 года союзные войска начали штурм города. Но защитники Севастополя стояли насмерть. Штурм был отбит с большими потерями для союзников. В тот же день
на Малаховом кургане был убит ядром адмирал Корнилов. Последними словами которого были: «Отстаивайте Севастополь». Однако 27 августа 1855 года французским войскам удалось захватить ключевой пункт обороны Севастополя – Малахов курган. На следующую ночь защитники Севастополя по наплавному мосту переправились на северную сторону. На этом боевые действия в Крыму фактически прекратились. Но мир был подписан лишь 18 марта 1856 года в Париже. И согласно его условиям, Россия и Турция не имели права держать военные флоты на Черном море. В 1871 году канцлер Российской империи Горчаков, воспользуясь франко-прусской войной и разгромом Франции полнейшим, написал циркуляр о том, что Россия порывает оскорбительные для нее статьи Парижского мира. Фактически, Парижским миром России было запрещено вооружать суда и ставить на них пушки. Кто мешал построить хоть 20-30 мощных пассажирских судов, на которые в любой момент времени можно было поставить орудие? Вплоть до того, что их можно было даже и бронировать. Ведь после Крымской войны во всех ведущих флотах мира началась революция в военно-морском деле. И в течение последующих 20 лет, пока не установился тип линейного корабля, вооруженные и бронированные пассажирские суда могли успешно противостоять боевым кораблям специальной постройки. Железный канцлер Бисмарк в частных беседах советовал нашему бумажному канцлеру: «Чего вы так суетитесь, Александр Михайлович? Лучше стройте потихоньку флот». К этому стоит добавить, что после 1856 года в Европе произошла серия войн за передел границ образца 1815 года. И никому не было дела до появления русских боевых кораблей на Черном море. Во всяком случае, воевать по всему поводу было некому. Увы, к 1871 году, когда Россия получила право содержать флот, по вине Горчакова Александра II на Черном море не оказалось ни боевых кораблей, ни даже верфей. В итоге лишь в 1883 году в Николаеве и Севастополе закладываются три однотипных броненосца: Екатерина II, Чесма и Синоп. К концу века в составе флота было уже 7 мощных броненосцев, одним из которых Ростиславом командовал внук Николая I, великий князь Александр Михайлович. Кроме того, в составе флота были десятки судов иных классов – крейсеров, минозаградителей, миноносцев, канонерских лодок. По огневой мощи наш флот был на порядок сильнее турецкого, который с 1880 года по 1914 год даже не показывался в Черном море. В 1876 году в Севастополе началось сооружение береговой батареи. Но в отличие от бастионов времен Крымской войны, новые укрепления строились из бетона и уходили в землю на 2-3 этажа. Там размещались склад боеприпасов и казармы личного состава. Укрепления строились не только вблизи города, но и на побережье на расстоянии до 20 километров по обеим сторонам от входа в Севастопольскую бухту. К 1914 году на вооружении Севастопольской батареи состоялось свыше 40 орудий калибра от 152 до 254 мм. Крым стал во второй половине 19 века не только крупнейшим форпостом на юге империи, но и любимым местом отдыха царской семьи. Фактически, Александр III и Николай II больше проводили времени в Ливадии, нежели в Петербурге. Вместе с царем в Крым обязательно приезжали и его министры. В 1905 году прошли торжества по случаю 50-летия окончания Крымской войны. Со всех концов России
собрались участники войны, наиболее заслуженные из которых были представлены императором. Мы находимся в Ливадии, которая свыше полувека была второй столицей Российской империи, второй после Петербурга. Сюда, в Ливадию, часто приезжал и Николай I, а Александр II сделал его своей постоянной летней резиденцией. В Ливадии все три императора подписали множество указов, множество законов. То есть эта Ливадия была по-прежнему в течение полувека столицей, непризнанной столицей Российской империи. В октябре 1914 года Турция без объявления войны напала на Россию. Ее корабли обстреляли Одессу и Новороссийск. В 5 часов утра в абсолютной темноте, без огней, германский линейный крейсер «Гебен» под турецким флагом подошел к Севастополю и открыл огонь. Однако русские артиллеристы оказались на высоте. Батарея номер 16 открыла огонь из 10-дюймовых орудий. Менее чем через 30 секунд после открытия огнем «Гебена». И уже на третьем залпе немецкий линкор был накрыт. На корабле были убиты и раненые. Командир «Гебена» приказал прекратить огонь по Севастополю и уйти мористе вне пределов дальности этой батареи. Больше ни один турецкий или германский корабль в течение Первой мировой войны не рисковал с моря приближаться к Севастополю. В 30-х годах советское правительство приняло решение разоружить батарею. На мой взгляд, это было ошибкой. Батарея действительно устарела для стрельбы по морским целям, но в 1941-1942 году она могла сыграть достаточно большую роль в обороне Севастополя. Ведь именно здесь, на северном стороне, немцы осуществили прорыв к Севастополю. И, собственно, именно отсюда они сумели захватить город. Находясь здесь, 10-дюймовые пушки, повернутые в противоположную сторону, в сторону суши, а это сделать было очень легко, могли нанести немцам достаточно серьезный урон. Несмотря на прибытие в Черное море германских крейсеров «Гебен» и «Бреслау», а также 10 подводных лодок, Черноморский флот в течение всей войны господствовал на Черном море. Крейсер «Гебен» дважды подвергался обстрелу русских кораблей, и лишь его большая скорость позволила уйти от погони. Русские линкоры неоднократно обстреливали укрепления Босфора, Синопа и других турецких портов. Было проведено несколько десантных операций. На лето 1917 года намечалась выставка в Боспоре и занятие Константинополя. Однако февральская революция привела к разложению команд Черноморского флота. В апреле 1918 года германские войска оккупировали Крым и Севастополь. В ноябре их сменили войска Антанты. Любопытно, что и англичане, и французы пытались уничтожить весь Черноморский флот. И лишь с большим трудом белым офицерам удалось выпросить у них примерно четверть боевого состава флота. В ноябре 1920 года барон Врангель эвакуировал свою армию из Крыма на 140 судах. Из них только 15 были специальные военные постройки. Остальные гражданские суда. Примерно половина из них была мобилизована в ходе мировой войны. В связи с окончанием войны и повсеместной демобилизацией военные корабли оказались никому не нужны и были сданы на лом в 30-х годах в порту Бизерта. Так Россия в очередной раз потеряла свой Черноморский флот. На его восстановление Советской Республики потребовалось более 15 лет. Июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Московские и севастопольские адмиралы готовились к сражениям с итальянским флотом, который, по их мнению, вошел в Черное море. В районе Севастополя были поставлены огромные минные поля
на которых в 1141-42 годах погибло 12 собственных и ни одного вражеского корабля. Именно это минное заграждение существенно ограничило доставку войск, продовольствия и боеприпасов в Севастополь. Когда в конце октября 1941 года 11-я германская армия генерал-полковника Манштейна прорвалась через перекоп в Крым, половина советской дивизии охраняла Крымское побережье от десанта виртуального итальянского флота. 30 октября началась героическая оборона Севастополя, продлившаяся до 4 июля 1942 года. Вот во дворе музея Черноморского флота стоит внешне неказистое орудие. Это пушка, 76-миллиметровая зенитная пушка образца 1928 года. Часть деталей ее потеряна, на стволе вмятина от снаряда. К началу обороны Севастополя она считалась устарелой. Но 4 таких пушки на 365-й зенитной батарее свыше полугода сдерживали натиск фашистов на северной стороне. Причем фашисты настолько боялись этой одной, повторяю, четырехорудийной батареи, что назвали ее «Фортом Сталин». И вот эти 4 пушки «Форт Сталина» моряки держались насмерть в течение всей обороны Севастополя, пока не погибли практически в полном составе. Генерал-полковник Манштейн прекрасно понимал, что без уничтожения 30-й батареи на северной стороне выйти к главной бухте Севастополя невозможно. Но башни 30-й батареи были неприступны ни для германских авиабомб, даже самых крупных калибров, ни для крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Тогда с разрешения самого Гитлера под Севастополь были направлены 2 сверхмощные самоходные установки типа «Карл». Калибр этой артиллерийской установки был 615 мм. Вот не разорвавшийся, частично разорвавшийся снаряд вот этой установки «Карл». Эти 2-тонные снаряды летели достаточно медленно и были хорошо видны в полете. Поэтому советское командование донесло ставку, что немцы применили какие-то реактивные снаряды. Позже были найдены осколки, и в Москву пошло донесение о том, что немцы используют здесь 615-миллиметровые снаряды. В ставке не поверили в существование, вообще решили, что орудий такого калибра у немцев быть не может. И севастопольским паникерам, в кавычках, конечно, трибуналам, тогда были собраны большие фрагменты этих снарядов и отправлены в Москву. Только тогда ставка убедилась, что у немцев действительно есть такие орудия. После 3 дней стрельбы, 2 попаданий вот таких снарядов, обе башни 30-й батареи были разрушены. Кроме того, немцы доставили в район Бахчисарая самое мощное 80-сантиметровое орудие «Дора», которое стреляло снарядами весом 8 тонн. Для ее передвижения немцы специально построили 4 железнодорожные колеи, на которые при стрельбе опирались и ее тележки. Обслуживал «Дору» свыше 2000 человек. Огонь по штольным Инкермана, по башенной батарее номер 30 и даже по старой батарее номер 16, где вообще не было советских войск. Вид бетонных сооружений батареи был настолько внушителен, что немцам не приходило в голову, что она пуста. Береговые батареи Севастополя цементировали всю оборону города. Самые большие 305-миллиметровые пушки стояли на 2 башенных батареях,
номер 30 в Любимовке и номер 35 у мыса Херсонес. Их строительство начали еще в 1912 году, а закончили через 20 лет. На каждую из них ушел больше бетона, чем на Днепрогресс. 305-миллиметровые орудия могли вести огонь 470-килограммовыми снарядами на дальность 30 километров. Таким образом, обе батареи простреливали все подступы к Севастополю вплоть до Бахчисарая. Толстая броня башен и трехметровый слой бетона над погребами, боеприпасов, казармами, электростанцией и другими системами жизнеобеспечения делали батареи неуязвимыми. Уже 2 ноября 1941 года 12-дюймовая батарея номер 30 накрыла немецкие войска, вступившие в Бахчисарай. С 1 ноября и до конца года батарея выпустила по врагу 1238 снарядов. По официальным данным, было уничтожено 6 батарей противника, около 40 самоходок и бронемашин, около 50 грузовых машин с живой силой, паровозными вагонами и даже 25 подвод. Зато за весь 1941 год батарея потеряла только 4 человека убитыми и 3 ранеными. Столь же эффективно действует 35-я башенная батарея на мысе Херсонес. В последних числах июня в руках советских войск остался клочок земли в районе Херсонеса. На батарее номер 35 скопилось не менее 2000 отступивших защитников города. На подошедших к причалу батареи катерах удалось уйти лишь нескольким десяткам человек. Сам командующий обороной Севастополя, адмирал Октябрьский, улетел с Херсонесского аэродрома еще за 5 дней до гибели 35-й батареи. На крайне правом фланге обороны Севастополя, на вершине горы над Балаклавской бухтой, находилась 152-миллиметровая батарея номер 19, которую немцы окрестили фортом «Кентавр-1». Впервые 19-я батарея открыла огонь по противнику 6 ноября 1941 года. 6-дюймовые снаряды буквально смели с позиций немцев у деревни Шули. Морская пехота, окопавшаяся на южном берегу Балаклавской бухты, недаром называла 19-ю батарею «мамашей», то есть защитницей. 4 июля 1942 года Манштейн обескровил свою армию, с большим трудом овладел Севастополем. Но в апреле 1944 года Красная армия через Перекоп и Керченский полуостров вернулась в Крым. Севастополь был освобожден всего за 3 недели, 9 мая 1944 года. 29 августа 1944 года капитулировала Румыния. Германские суда на Черном море были или затоплены, или ушли вверх по Дунаю. Война на Русском море закончилась. И вот Севастополь после войны. Я родился в Севастополе после войны, поэтому, естественно, что многое происходило на моих глазах. Я многое помню сам, многое видел, многое читал, тем более, когда служил в штабе Черноморского флота Российской Федерации. Как вы помните, после войны города Севастополя практически не было. Были одни развалины. И сюда после Ялтинской конференции поочередно приезжает и Черчилль, и Рузвельт, которые осматривают город, которые производят на них огромнейшее впечатление. Они не представляли масштаба разрушения. Они находились в Ливадийском дворце, который к этому времени был восстановлен, и поэтому для них, естественно, что Севастополь был таким каким-то закрытым, непонятным строением. И вот, приехав сюда, они увидели развалины, сплошные развалины. Когда Черчилль покидал Севастополь, он был страшно удивлен увиденным. Он сказал, что на него Севастополь произвел чрезвычайное впечатление. А Рузвельт, тем более, сказал следующее. Для того, чтобы вам восстановить Севастополь, вам понадобится минимум 50 лет. И то в том случае, если Америка вам поможет. В это время в Севастополе практически никого нет. 13 тысяч жителей, 15 тысяч жителей, через год 18 тысяч жителей. Кто будет восстанавливать город Севастополь? И в это самое время на развалинах Севастополя работали пленные немцы. Около 29 тысяч немцев расчищали город Севастополь. В городе не было улиц, не было городской сетки.
Не было водопровода, не было канализации, света и всего остального. Вообще не было ничего живого. Люди жили просто в подвалах, они выживали. И вот тогда, как раз после этого, сюда, в Севастополь, были направлены 32 тысячи строителей из разных городов России. Поехали люди разные. Каменщики, плотники, столяры, маляры, штукатуры. Ехали, ехали, ехали. Их негде было расселять. Строили специальные палатки, делали барачные городки. Эти барачные городки вмещали по 2, по 3, по 4 тысячи человек. Жили семьями, жили в маленьких комнатенках. По 2, по 3, по 4 человека и восстанавливали город Севастополь. И что интересно, Сталин-то написал, что восстановить Севастополь к 1954 году. Как знал, как чувствовал. В 1954 году город Севастополь, центральная часть его была восстановлена. Все эти дома, которые сейчас вы видите, это все дома того самого плана. Это все дома, которые были восстановлены именно в 1954 году на силы, на деньги, кадрами Российской Федерации и всего Российского Советского Союза. И вот в 1954 году происходит интересный случай. Хрущев в это время передает, ну, законно, незаконно, я не буду оспаривать этот вопрос, передает Крым и Севастополь в состав Украинской Республики. Тогда понятия Украинская Республика, Таджикская, Армянская, Узбекистанская и так далее не было. Тогда был единый Советский Союз. И вот в течение примерно 20 лет Севастополь рос, разрастался и стал одним из центральных пунктов, опорных пунктов России вообще в районе Южного театра боевых действий. Черноморский флот к 90-м годам представлял себе мощнейшую силу. Около 100 тысяч человек, порядка 22 гарнизонов, авиационные части, аэродромы, полки морской пехоты, надводные корабли, подводные лодки, около 500 судов разного класса. Командовал тот период флотом, я хорошо помню, Николай Иванович Ховрин. Это командующий был, командующий с большой буквы, крепкий, разумный. Он строил не просто флот, он строил базу. В Севастополе в горах были построены огромное количество подземных сооружений. Это были хранилища для ядерного оружия, были хранилища для ракет, были хранилища для артиллерийского боепритания, продовольствия, были уникальные подземные сооружения, где хранилось топливо и многое-многое другое. То есть база Севастополя представляла из себя в тот период мощнейшее оборонительное ядро и одно из центральных базовых мест формирования и начала деятельности в случае Третьей мировой войны Черноморского флота через Черноморский флот вооруженных сил Советского Союза. В советское время Черноморский флот стал самым мощным флотом на Средиземноморье. Большая часть кораблей 5-й оперативной эскадры, базировавшись на Средиземном море, состояла из кораблей Черноморского флота. Наши корабли обеспечили безопасность не только СССР и стран Варшавского договора, но и целого ряда стран Ближнего Востока. Недаром моряки Средиземноморской эскадры пели на мотив прощания славянки. Пусть знает шестой флот, придет его черед. Мы по приказу ударим сразу, он к возмездию не уйдет. Корабли Черноморского флота в 60-80-х годах можно было видеть во всех районах Мирового океана, в Атлантике, Индийском и Тихом океанах. Авиация Черноморского флота летала не только над Черным и Средиземным морями, но и оперативно базируясь на аэродромах дружественных стран, над Индийским и Тихим океанах. За мной Балаклава. Сейчас это уютный курортный город. Но во времена Холодной войны это был закрытый город, в который не могли попасть даже севастопольцы, жители также закрытого города. Здесь, помимо секретной базы подводных лодок и подземного завода, находился и важный ракетный полигон. Этот полигон был создан по личному приказу Берия в мае 1953 года. Здесь, в Балаклаве, находились причалы для опытных подводных лодок. Позже было решено создавать специальные затапливаемые стенды. Это огромное сооружение, который по размерам превышает современный эсминец или фрегат. И вот они базировались вот здесь вот рядом, около нелепого металлического барака двухэтажного. Это все, что осталось от этого огромного полигона ракетного. И вот этот затапливаемый стенд выводился из Балаклавской бухты в сторону Георгиевского монастыря, в сторону мыса Фиолент, притапливался и производился пуск ракет с глубины 60-100 метров.
Все баллистические ракеты, состоящие на вооружении военно-морского флота, вот к лету 2009 года, прошли испытания и начальную стадию испытаний именно здесь, в Балаклаве. Сейчас этого полигона нет. Кроме этого полигона, с 1947 года существует полигон «Песчаная балка» в районе Феодосии. Там тоже испытывались крылатые ракеты, морские мины, морские торпеды и так далее, Очень много. Он сейчас существует, но ведет жалко, собственно, его прозябает, точнее, потому что украинская сторона практически не разрешает вести испытания ракет. Мы находимся рядом со входом в подземное убежище для российских подводных лодок и советских. Раньше этот объект номинался ГСТ-820 и предназначался для обслуживания и ремонта дизельных подводных лодок и для их убежища в случае атомной войны, поскольку холодная война, того и гляди, грозила перейти в боевые действия с применением ядерного оружия. Подводные лодки в Балаклаве вообще появились еще до Первой мировой войны, когда сюда впервые вошли подводные лодки «Лосось» и «Судак». При начале Великой Отечественной войны здесь тоже базировались подводные лодки, устаревшие. Но потом уже лодки вошли впервые в Балаклаву уже после 1944 года. В 1951 году здесь была образована 21-я дивизия подводных лодок, в состав которой вошла 155-я бригада, будущая подводных лодок, которая базировалась на Балаклаву вплоть до ее расформирования. С 1967 года эта 155-я бригада организационно входила в сформированную 14-ю дивизию подводных лодок. Здесь в основном базировались подводные лодки 613-го проекта, известные в НАТО как класс «Виски». Также базировались опытовые лодки, несколько ракетных лодок. Рядом с входом в это убежище, которое начало строиться в 1957 году, находились несколько объектов для испытания бросковых макетов, крылатых ракет и баллистических ракет морского базирования. И, соответственно, для них здесь базировались подводные лодки, специальные были стенды, которые занимались испытанием новых ракет для советского военно-морского флота. Этот завод носил совершенно секретный характер. Он был первым в СССР такого рода убежищем и хранилищем спецбоеприпасов. В доке могла ремонтироваться подводная лодка. И, в принципе, этот объект был настолько засекречен, что даже в Балаклаву был въезд по пропускам специальным, и простой человек смертный сюда попасть не мог. И в годы развала после распада СССР он был разграблен, все провода, железо, металлические конструкции выгребались и вывозились, и продавались на металлолом. Здесь был, он в ужасном состоянии, только буквально несколько последних лет из него сделали отдел музея Министерства обороны Украины. Сразу после развала СССР украинские власти начали предпринимать попытки захвата кораблей Черноморского флота. И только 9 июня 1995 года в Сочи было заключено соглашение о разделе флота. Вам вручается Андреевский флаг, основанный великим Петром I. Берегите это знамя. Пусть это знамя, под которым вы отныне будете находиться, приносит вам удачу. Теперь на Черном море стало два флота. Но их суммарная боевая мощь упала на порядок по сравнению с советским Черноморским флотом. Я уже не говорю о том, что оба флота лишились специальных боевых частей, то есть ядерных боеголовок, для крылатых, зенитных и противолодочных ракет, авиационных бомб, обычных и глубинных бомб. Практически за 6 лет в Севастополе остановились все крупнейшие предприятия судоремонтной отрасли. Крупнейшие предприятия промышленности, приборостроения, станкостроения тоже остановились. Люди уходили на базары, люди уходили за границу, люди становились просто безработными. И ничего мы не могли в этот период сделать. Мы с вами находимся на берегу Киленбухты. В этой бухте сейчас расположено федеральное государственное унитарное предприятие 13-й судоремонтный завод. В его акватории мы видим находится единственная подводная лодка военно-морских сил Украины под названием «Запорожье». Эта лодка проходит сейчас ремонт, который продолжается примерно уже около 10 лет. Недавно она закончила доковый ремонт. И если верить местной прессе, то в конце года она все-таки выйдет на ходовые испытания. Боевого значения эта лодка вряд ли имеет.
поскольку она уже перевалила через 30-летний рубеж, выпущена она в 71 году, вступила в строй. Ее основные задачи, скорее всего, сохранить какие-то кадры для военно-морских сил, той же будущей Украины, если они когда-нибудь состоятся, если у этой страны найдутся деньги на свой флот. А пока это старая посудина, которая немножечко пытается привести в божий вид. Если посмотреть на другой берег бухты, то мы увидим здесь 12-й причал, так называемый, в котором базируются основные корабли Черноморского флота, ударные корабли, ракетный крейсер гвардейский «Москва», большой противолодочный корабль «Керчь», сторожевые корабли «Пытливый», десантные корабли. Смотря на корабли российского флота, мы смотрим на то, что в их составе уже давно нет ни одного корабля с возрастом моложе 30 лет. Единственное исключение составляет корабль на воздушной подушке «Самум», которому исполнилось не так давно 18 лет. Большинство этих кораблей проживет от силы лет 5, лет 8, может быть, с натяжкой благодаря какому-то ремонту. До 91 года в карантинной бухте находилась целая бригада малых ракетных кораблей, которые готовы были в любой момент оперативно выйти на перехват вражеских кораблей. Сейчас, к сожалению, в полной боевой готовности находится только один малый ракетный катер, который мы видим здесь, за моей спиной. Интересно другое, что во время раздела Черноморского флота в 1993 году российское правительство предложило Украине отдать большую бухту Севастополя России, а все остальные, их около 10 малых бухт, отдать Украине. Дело в том, что украинский флот, если отбросить те корабли, которые, попросту говоря, не ходят и предназначены на лом, но их почему-то не ломают, уместилось бы, да и с этими кораблями, уместилось бы в любой из больших, скажем так, простите за тавтологию, больших малых бухт. Например, в той же Карантинной, в той же Казачьей, в той же Балаклавской бухтах. Из-за вот этого нежелания Украины отдать большую Севастопольскую бухту России и уступчивости российского правительства, мы видим, что Черноморский флот базируется исключительно фрагментарно. Несмотря на развал СССР, переход ряда государств из Варшавского договора в НАТО, боевая мощь 6-го американского флота на Средиземном море не только не уменьшилась, но даже увеличилась. На 2010 год в одном турецком флоте 5 раз больше пусковых установок крылатых ракет, чем в украинском и российском флотах вместе взятых. У турок 16 новых боеспособных подводных лодок. В российском же флоте сейчас их 2 – «Алросса» и «Святой князь Георгий». У ВМС Украины 1 – «Запорожье». И все в ремонте. Причем последние 2 ремонтируются уже десятки лет. В Севастополе в 2001 году был восстановлен Владимирский собор. Это духовный центр православного христианства. Естественно, это мекка для многих. И этот был дан большой импульс или толчок, что ли, для того, чтобы Севастополь начал преобразовываться как духовный центр. Путин и Кучма прибыли в Севастополь. Мне посчастливилось их сопровождать, им кое-что рассказывать, в том числе истории украинской гривны, на которой изображен был Херсонес. В общем-то, после приезда Путина и когда подняли над храмом, выдрузили крест, то, естественно, что интерес России к Севастополю, мы так почувствовали, снова был возобновлен. И это вдохнуло в севастопольцев, в жителей всего практически Крыма, нового азарта, что ли, что нужно бороться за свой язык, за свою культуру, за свою духовность, за своих предков. Пока шли съемки этого фильма, произошли кардинальные изменения в статусе Черноморского флота. После встречи президентов Украины и России было подписано соглашение о продлении пребывания Черноморского флота в Севастополе, по крайней мере, до 2041 года. Теперь дело стало за малым – возродить былую мощь Черноморского флота. Thank you.
Гатчина, веселый поселок, Семенцы. Летопись Петербурга писалась не только на Невском проспекте. Это город в городе. Особое место, сакральное. Любовь к своему городу начинается с родного дома. Этот район Полюстрово останется для меня кусочком детства. Я люблю веселый поселок. Поэтому надо гордиться вот этим местом, Соляным переулком. Это моя маленькая родина. Малые родины Большого Петербурга. Смотрите каждый четверг в 21:30 на телеканале «Санкт-Петербург». Приехали, Надюша, домой. Прощай, Музга. Получил телеграмму? Назначение утверждено ЦК. Ой, Шурочка, Шурочка, пропала твоя Надежда Сергеевна. Дмитрий Алексеевич. Он мученик, возвышенная натура. А я люблю его. Как? А меня? А ну, убирайся отсюда, шалава! Зачем они вас вызывают? Подождите! Это недоразумение, Надежда Сергеевна. Светлана Ходченкова, Михаил Елисеев, Виктор Сухоруков, Алексей Петренко. В фильме Станислава Говорухина по роману Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» на канале «Санкт-Петербург». На сцене Мариинского театра балет Джорджа Баланчина «Сон в летнюю ночь». Сандра Дженнингс, репетитор постановки, сохранила потрясающий стиль и технику волшебной истории, гениально поставленной когда-то Баланчиным. Главные партии исполняют Виктория Терешкина, Тимур Аскеров, Василий Ткаченко. Премьерный показ спектакля «Жизнь» по рассказу Андрея Платонова в Большом театре «Кукол». Автор идеи, рассказчик и исполнитель – молодой актер театра Денис Казачук. Главные темы моноспектакля «Жизнь», «Война» и «Любовь к своей родине». 12 мая в БКЗ «Октябрьский» открывается 22-й всероссийский кинофестиваль «Виват Кино России». В течение 5 фестивальных дней на 10 городских площадках зрители увидят более 150 лучших отечественных фильмов. В конкурсе фестиваля участвуют фильмы «Географ Глобус пропил» Александра Велединского, «Роль» Константина Лопушанского, «Дубровский» Александра Вартанова и другие отечественные премьеры последнего времени. Ретроспективные показы в этом году посвящены Василию Шукшину, Алексею Герману, Ролану Быкову и Олегу Янковскому. Вход на фестивальные сеансы свободный. 15 мая на сцене мюзик-холла торжественная церемония вручения Ордена Звезды Италии художественному руководителю театра Фабио Мастранджело. Поздравят маэстро с наградой и примут участие в гала-концерте Василий Гирелла, Евгений Акимов, Олеся Тертычная, Дмитрий Еремин. Награду музыкант примет из рук генерального консула Италии в Санкт-Петербурге Луиджи Эстера. В Большом зале филармонии концерт к столетию со дня рождения Кирилла Кондрашина. В программе «Чайковский» – концерт для скрипки с оркестром и «Дворжик» – симфония номер 9 из «Нового света». В концерте участвует Сергей Дагадин, дирижер Юрий Тимирканов. 15 мая в Мариинском театре торжественное открытие 7-го международного фестиваля «Шаг навстречу». В концертах и мероприятиях фестиваля принимают участие талантливые ребята из разных уголков России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также дети с ограниченными возможностями. В программе открытия – произведения Моцарта, Чайковского, Рахманинова и других композиторов. Дирижер Валерий Гергиев. В клубе-ресторане «Джаггер» концерт группы «Ногу свело». Признание зрителей коллектив заработал не только благодаря эпатажу, но и оригинальности, экстравагантности репертуара. Группа исполнит как новые песни, так и любимые публикой хиты. Галерея «Мольберт» на Большой Конюшенной 11 представляет работы двух севастопольских художников – молодого неординарного графика Дашу Рыбину и виртуозного мастера-аквалериста Александра Воцмуша. Специально для этого проекта художники приехали в Петербург и создали серию работ, основанных на впечатлениях о нашем городе. Эта выставка – своеобразный культурный мост между двумя великими городами России –